Добро пожаловать в Тамбовскую картинную галерею. Я выбрала эту картину, потому что она мне больше всего понравилась. Название картины «Зеленый попугай». Автор Субботин Петр Иванович. Написана картина в 1919 году. Мне нравится, что здесь изображены хорошо мелкие детали, блики, ненавязчивая палитра цветов и задний план очень хорошо изображен. Все ясно нарисовано, а ясно то, что всем нравится зеленый попугай. Здесь люди находятся на ярмарке. На заднем плане изображена церковь. Всем хочется посмотреть на попугая. Либо он продается, или его просто принесли сюда, чтобы развлекать людей и зарабатывать деньги. Видно, что всем очень нравится попугай. Мальчики пришли босиком, дамы наряжены в клетчатое платье, желтый зонтик с кружевами. Рядом стоит телега, большие колеса, и на ней что-то изображено. Плакат с объявлениями и мелкие детали. Там столб в такую полосочку фонарный. Приходите все в Тамбовскую картинную галерею. Здесь очень здорово, очень красивые картины.